Итак, друзья, всем привет! Как у вас делишки, ребята, рассказывайте. Я вот наконец-то выехал покататься, наверное, в такой прекрасный вечер. Первый раз в этом году. Вообще тепло, блин. Вот сейчас просто еду, кайфую, даже не хочется видосик как бы записывать. А хочется чисто вот просто ехать и кайфовать. Вот у нас аборигены. Тепло на улице, вообще. Ветра нету особо. Ну прям практически нет ветра. Наверное, даже можно понять по моему голосу, да? По моему тону, то что я такой довольный, как, не знаю, как удав. Вообще никуда не тороплюсь. Просто кайфую. И все. Братуха, понравилось видео, подпишись на канал. Вообще и поставь лайкос. Я тебя не забуду. Большое спасибо. Не, мотик вообще, ребят, кайф. Кстати, визор закиданный у меня мошками. Прям, ну реально. Ребята, все мы помним эту заправочку, да? Все помним эту заправку, на которой требуют показать права, документы на технику. Это связано с 5000 купюрой, как я понял. Ну, не знаю. Я вот сейчас взял мелочевочки и пятишку взял. Сейчас посмотрим. Ну, сейчас попробуем ради интереса, что с пятерой нам разменяет, нет? Так, чисто угорнем. Ну, посмотрим по обстоятельствам. Все зависит от того, кто заправщик будет. И если та же девчонка, то, кстати, можно угорнуть. Так, приколоться. Опа! Как раз таки, блин. И лампочка заморгала. Моргнула разочек. Вообще нормально. Вообще такая жара, блин. Так тепло на улице. Вообще прям по кайфу. Опа, телефонный звонок совершают. Что, меня ищут, что ли? Ищут. 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 Кто его знает? Здрасте. Все, спасибо. До свидания. Не, ребята, это была другая девушка. Так я ей готов был дать пятеру. В смысле, пятак. Ну не. Не в пятак, конечно. А так вот. Пятачок. Но это не она. Так. Это не она. Ну и все, гоу, 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 регоу. О, бэха прикольная, пацаны. И девчонка красивая. Фига себе она, фига себе она на чем ездит. На Камри 3.5. Любви достойна только мать. И Камри 3.5. Ну потому что, да, там другая была. Это просто передвигается на Камри 3.5. Она такая посерьезней. Блять! Что за асфальт, блять, а? Извиняюсь за мат. 10 сантиметров перепад, блин, дороги. Я охереваю. 10 сантиметров перепад. Блин, вообще трэш. Можно ушататься прям на ровном месте, блин, ребята. Вообще жестко. Чё там такое? Опа. Сзади парнишка на мотике. Да, движок прям вообще прям. Жарится, жарит мне колени. Вообще ништяк, по кайфу. Что-то
что-то идет женщина, что-то сама собой что-то говорит, что-то недовольная. Посмотрела так на меня. А что я сделал-то ей? Что я сделал-то ей? Ну реально, ребят. Я что же не сделал? Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-тай-тай-тай-тай-тай-тай.